прошедшую субботу улица Минаева превратилась в пешеходную. Всему виной традиционная сельскохозяйственная ярмарка, развернувшаяся от Дома техники до площади 30-летия Победы. Торговля велась с 315 машин. Свою продукцию для ульяновцев приготовили предприниматели со всех районов области. В том числе принимает участие, что отрадно, это начинающие фермеры, которые получали некогда недавно, скажем так, гранты, а уже сегодня они реализуют свою продукцию по достаточно доступным ценам. И, конечно, безусловно, нас также радует сельхозкооперативы, которые на сегодняшний день показывают достаточно хорошие результаты. Желающих приобрести натуральные продукты по приемлемым ценам оказалось более чем достаточно. По подсчетам Управления по развитию предпринимательства городской администрации, ярмарку посетило больше 20 тысяч человек. За качеством выставленного на продажу товара следили сотрудники администрации и ветеринары. Покупатели интересовали новый урожай овощей и фруктов. Радовало изобилие солений, мясных, рыбных и молочных изделий. Всего была реализована продукция на сумму порядка 13,5 миллионов рублей. Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет 20 октября в Заволжском районе на проспекте Ульяновском. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.